Анатолий Пахомов посетил 18-ю школу, что в Кудепсте, в микрорайоне. Она одна, поэтому сюда ходят все его юные жители. Некоторые сегодня в спортзале на тренировке. Но темпы ремонта главу города не устроили. Представителю шефской организации он поручил активнее вести работу. Тем более, что не везде требуется полная замена тех же коммуникаций или сантехники. Кое-где достаточно просто обновить штукатурку и краску. Заходишь в школу, эту сторону, даже ту, если не сделаете, ничего страшного. Вот это покрасить. В целом по городу к 1 сентября свежим ремонтом, что называется от шефов, смогут похвастаться еще 5 школ: 66-я, 76-я, 79-я, 89-я и 91-я. В 3 обновлен спортзал, в 2 других отремонтирован фасад. Также после реконструкции откроется школа на 200 мест в поселке Верхняя Беранда, которая ранее была признана аварийной. Ведется строительство блока начальных классов на территории 100-й школы. Работы кипят и в 84-й школе в поселке Совет Кваджи. В следующем году начнется долгожданное строительство школы на Мамайке. Ее ориентировочная стоимость немного более 900 миллионов рублей. Осилить проект поможет краевая субсидия. В итоге микрорайон получит школу на 800 мест с летним оздоровительным лагерем.